сила, справе час і сумління чисте. Вітає сьогодні свято вас, свято урочистое. І ми вітаємо сьогодні вас, я житінь. І я осінська талака. Усім, хто сіє, жні і косить, хто кормить м'ясом, молоком, кому нелегко довелося нам добробыт принести у дом. Хто нашу родную земельку шанує, пестить кожний раз, дозвольте низко поклониться і привітать святочний час. Працовникам сільської господарки і перепрацовчої промисловості присвячається. Земля, матці наша, як повне зерняти на тлустій ролі, у душі кожного розростається милость до краю свого. І так найдорожіший скарб, як гніздо щастя, передається від покоління у покоління. Земля, всі ми діти твої, і рослина, і живьола, і чоловік. Усіх ти нас родиш, усіх ти нас шануєш і годуєш, як батько і деда пращура, і увесь народ свой, який тобі хвалу складає разом з птушками, з лесом, з ручайком пісні п'яє. Говорила поле широкое, житая дранае, жнейки, жнейки мае, молодыя, серпы золотыя, приходите ко мне завтра рано, каб я не стояла, не хочу я. Шапотіла ніва колосками, де яны покинули полі. І на нашім святі з нами талака вандрує по землі. Thank you.
Дорогие друзья, мы приветствуем всех, кто живет на земле, работает в животноводстве и на предприятиях, перерабатывающей промышленности. Благодарная красавица осень до своей поздней поры щедро дарит нам свои праздники. Среди них День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. Вашим трудом, согретым теплом сердец и рук, вашими делами украшается наша жизнь, создается богатство. Хвала всем людям, от которых без преувеличения зависит благополучие и достаток каждого из нас. Низкий поклон вам, слова уважения и благодарности. Для праздничного поздравления на сцену приглашается председатель Лидского районного исполнительного комитета Сергей Васильевич Ложечник. Уважаемые труженики села, работники агропромышленного комплекса, сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Вы трудитесь в одной из важнейших отраслей национальной экономики. Достижение агропромышленного комплекса – это итог повседневного напряженного труда как простых работников сельской нивы, перерабатывающих и обслуживающих организаций, фермеров, так и специалистов, руководителей, ветеранов сельскохозяйственного производства. Нынешний год для Лидского района выдался непростым. Он наполнен трудностями, достижениями, разочарованиями и новыми планами. Уклад сельской жизни таков, что и в праздничные дни идет обычная работа на полях и фермах. В сельскохозяйственном производстве нет выходных. Такой труд требует терпения и упорства, умелых рук и профессионализма. Заслуживают добрых слов и трудовые коллективы предприятий, на которых перерабатывается сельскохозяйственная продукция. С вашей помощью весь собранный урожай доходит до стола потребителя. Я глубоко признателен всем, кто своим неустанным трудом обеспечивает продовольственную безопасность района и укрепляет его экономику. Дорогие друзья, выбирая делом своей жизни этот нелегкий, но такой важный труд на сельской ниве, вы по праву пользуетесь всенародным уважением, заслуживаете самых искренних слов благодарности. Ваш добросовестный и высокопроизводительный труд на любом участке, в каждой организации – главный ресурс, надежный фундамент государства, непременное условие его процветания. Я уверен, что благодаря упорству, грамотному подходу к делу, освоению современных технологий наши сельскохозяйственные предприятия займут лидирующие позиции в сельскохозяйственной отрасли Гродненской области. А наша совместная задача – добиться того, чтобы жизнь на селе отвечала самым современным стандартам, чтобы каждый из вас мог по праву гордиться и своей работой, и родным агрогородком. Уважаемые работники агропромышленного комплекса, примите самое теплое и сердечное пожелание – крепкого здоровья, благополучия, добрых перемен, свежих идей, талантливых решений и интересных начинаний, неиссякаемого оптимизма и веры в успешное разрешение любых проблем. И непременно высоких урожаев. Пусть сельское хозяйство развивается быстрыми темпами, а ваша сфера деятельности приносит вам удовольствие и благополучия. С праздником вас, дорогие друзья! Спасибо, Сергей Васильевич. В доме праздник, встречай гостей. Замечательную традицию гостеприимства продолжаем мы и сегодня. Для праздничного поздравления на сцену приглашается первый заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета Иван Алейзович Жук. Дорогие друзья, сегодня мы по традиции собрались здесь, чтобы отметить наших лучших тружеников села, переработки,
в наш профессиональный праздник – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Илецкий район особенный в агропромышленном комплексе как по размерам земли обрабатываем, так и по объему производства продукции, переработки, по глубине переработки сельхозпродукции. Сегодня год непростой, он как для Гродненской области, так и для Лидского района по земледелию. Последние два года в сложившихся климатических условиях. Но тем не менее, в этом году, уважаемые труженики, вам удалось почти во всех выращивании всех культур в земледелии увеличить объемы прошлого года, заготовить больше кормов для сельского, для животноводства. В последние месяцы наметилась тенденция по улучшению работы молочного скотоводства. Конечно, район Лида, город Лида и Лидский район уникальные по промышленности, перерабатывающей и производству продукции, связанной с сельским хозяйством. Это переработка молока, льна, зерна, переработка других культур, а также производство сельхозмашин для сельского хозяйства. Все это дает возможность дать людям работу, государству получить налоги, развиваться этому региону. Поэтому позвольте вам от имени областного исполнительного комитета, от имени областного совета депутатов сказать большое спасибо за тот труд, который вы вложили в этом году и продолжаете его делать. Приятно, что к этому празднику завершены все полевые работы. Ведется повседневная кропотливая работа в животноводстве. Практически начала подготовка к работам в земледелии к будущему году. Хочется вам, в первую очередь всем вам, здесь сидящим, пожелать, чтобы труд ваш приносил вам удовлетворение, вашим семьям достаток, нашему государству пользу и процветание. И всех вас поздравить с этим профессиональным праздником, уважаемые коллеги и друзья. Уважаемый Иван Алейзович, благодарим вас за праздничное поздравление. Просим провести церемонию награждения. Просим награждаемых оставаться на сцене для совместного фото. Благодарственным письмом председателя Гродненского областного совета депутатов награждается Зеленина Ванда Ивановна, лаборант химического анализа производственной лаборатории открытого акционерного общества «Лидский молочноконсервный комбинат». Дипломом комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского областного исполнительного комитета награждается Рудевич Роман Юзефович, комбайнер коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Белица Агро». Быстрицкий Виталий Казимирович, механизатор коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Белица Агро». Благодарностью председателя Гродненского областного исполнительного комитета награждается Серогов Леонид Васильевич, оператор машинного доения коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Песковцы Агро». Спасибо за проведенную церемонию награждения. В этот замечательный праздник всем нашим землякам желаем. Пусть все у вас в жизни будет здорово! Земля родная дарит крепкие силы, а судьба радует удачей и добрым благом. С праздником вас поздравляют солисты эстрадной студии «Акцент» и образцовый ансамбль танца «Солнышко» Дворца культуры города Лиды. Это ніби сон, або саправди, лістя в вишені закружить. З
застанется все гэтак назавжды. Ды спыніцца час не дашы. Заблукалі там у далечыні, нібы дзве ракі, ты ды я. Але аб'яднаць рукі берагі чакала я, колькі я прайшла шляхом. Ведала бы ты, колькі я шукаў, покуль не знайшоў цябе зноў. Сінявока я надо мною і табою неба сіняе. Чарада ляціць у вырай шураўліная, пакідаючы старонку сэрцу мілую, любімую. Сінявока я, а навока крыда жорст лясы бяскрайнія, ды азёра ў хвалі нібы так крыштальныя. Награждение лучших работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса Лидского района на сцену приглашается председатель Лидского районного исполнительного комитета Сергей Васильевич Ложечник. Просим награжденных оставаться на сцене для совместного фото. Почетной грамотой Лидского районного исполнительного комитета награждаются Башковская Екатерина Петровна, зоотехник-селекционер свиноводческого комплекса «Прогресс» Открытого акционерного общества «Лида Хлебопродукт». Баран Франц Михайлович, водитель коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Бердовка Агро». Боран Ирина Станиславовна, машинист моечных машин цельномолочного цеха Открытого акционерного общества «Лидский молочно-консервный комбинат». Быч...
Бычковская Лилия Иосифовна, оператор машинного доения филиала «Детва» Открытого акционерного общества «Лида Хлебопродукт». Волосюк Анастасия Николаевна, инженер по качеству отдела контроля качества Открытого акционерного общества «Лидское пиво». Венско Александр Александрович, водитель Лидского районного сельскохозяйственного унитарного предприятия «Можейково». Власенко Валентин Леонидович, слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования Открытого акционерного общества «Лида Агротехсервис». Гайдук Марина Анатольевна, заместитель начальника производственной лаборатории Открытого акционерного общества «Лидские пищеконцентраты». Горлукович Эдвард Янович, водитель районного сельскохозяйственного унитарного предприятия «Совхоз Лидский». Григорьева Ирина Петровна, животновод коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Ваверка Агро». Догель Иван Викторович, слесарь-ремонтник 5-го разряда ремонтно-механического цеха ОАО «Лида Хлебопродукт». Игнатович Алла Владимировна, мастер смены хлебного цеха филиала «Лидский хлебозавод» Открытого акционерного общества «Гродно-Хлебпром». Капуста Владимир Тадеушевич, слесарь-ремонтник 5-го разряда ремонтно-механического участка Открытого акционерного общества «Лидские пищеконцентраты». Королева Таисия Вячеславовна, оператор пульта управления 6-го разряда Открытого акционерного общества «Лида Хлебопродукт». Костюк Зоя Владимировна, животновод коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Ходоровцы Агро». Карпук Александр Геннадьевич, тракторист-машинист коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Песковцы». Кодик Андрей Георгиевич, инженер-технолог Открытого акционерного общества «Минойтовский ремонтный завод». Крупица Геннадий Иванович, электрогазосварщик ремонтно-механического участка Открытого акционерного общества «Лидский молочно-консервный комбинат». Куровский Дмитрий Валерьевич, экономист отдела закупок Открытого акционерного общества «Лидское пиво». Ломака Марина Александровна, оператор машинного доения коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Песковцы Агро». Манейка Ольга Ивановна, экономист отдела по труду и анализу использования автотранспорта Открытого акционерного общества «Лидское пиво». Мулярчик Юрий Григорьевич, тракторист-машинист коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Йотки Агро». Пацкевич Тереса Антоновна, заведующая хозяйство Открытого акционерного общества «Лида Хлебопродукт». Ра-
Радюль Виктор Станиславович, тракторист-машинист филиала «Детва» Открытого акционерного общества «Лида Хлебопродукт». Черемнова Галина Антоновна, мастер консервного цеха Открытого акционерного общества «Лидский молочно-консервный комбинат». Чечко Чеслав Казимирович, оператор по откорму свиней свиноводческого комплекса «Прогресс» Открытого акционерного общества «Лида Хлебопродукт». Уважаемый Сергей Васильевич, предлагаем вам присоединиться к награжденным для совместного фото. Уважаемые награжденные, просим вас пройти в зрительный зал. Сергей Васильевич, мы продолжаем церемонию награждения. Благодарственным письмом председателя Лидского районного исполнительного комитета награждаются Обломейко Дмитрий Владимирович, слесарь механосборочных работ Открытого акционерного общества «Минойтовский ремонтный завод». Воробей Валентина Казимировна, машинист расфасовочно-упаковочных машин третьего разряда Открытого акционерного общества «Лидские пищеконцентраты». Гаель Юрий Александрович, тракторист-машинист Лидского районного сельскохозяйственного унитарного предприятия «Можейково». Уважаемые награжденные, просим оставаться вас на сцене для совместного фото. Жидис Валентина Михайловна, оператор процесса переработки зерна третьего разряда Открытого акционерного общества «Лида Хлебопродукт». Зайко Галина Францевна, животновод коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Белица Агро». Змитрович Инна Чеславовна, начальник сектора систем управления Открытого акционерного общества «Лида Хлебопродукт». Каравайко Виктор Иванович, тракторист-машинист коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Белица Агро». Куриленко Алена Константиновна, ведущий инженер по качеству производственной лаборатории Открытого акционерного общества «Лидский молочно-консервный комбинат». Лабан Казимир Иосифович, мастер по ремонту и обслуживанию отдела логистики «Город Лида» Открытого акционерного общества «Лидское пиво». Мозгель Виктор Антонович, тракторист-машинист Лидского районного сельскохозяйственного унитарного предприятия «Можейково». Матюкевич Иван Иванович, животновод коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Ходоровцы Агро». Рум Владимир Антонович, тракторист-машинист коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Йотки Агро». Хитро Сергей Иванович, наладчик оборудования производства пищевой продукции 6-го разряда фабрики по производству макаронных изделий Открытого акционерного общества «Лида Хлебопродукт».
Брук Александр Александрович, тракторист-машинист филиала Детва Открытого акционерного общества «Лида Хлебопродукт». Чернель Геннадий Станиславович, тракторист-машинист Лидского районного сельскохозяйственного унитарного предприятия «Можейково». Чернюк Валентина Витольдовна, оператор машинного доения районного сельскохозяйственного унитарного предприятия «Совхоз Лидский». Юхник Мария Иосифовна, пекарь 4-го разряда хлебного цеха филиала «Лидский хлебозавод» Открытого акционерного общества «Гродно-Хлебпром». Янкович Татьяна Станиславовна, инженер-программист Открытого акционерного общества «Лидский молочно-консервный комбинат». Якимович Олег Альфредович, водитель коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Ваверка Агро». Спасибо, Сергей Васильевич. Просим вас присоединиться к награжденным для совместного фото. Благодарим, просим пройти в зрительный зал. Дорогие друзья, на сцене солистка народного ансамбля народной музыки «Гуцкий гармоник» Лилия Хвойницкая и солисты хореографической группы народного ансамбля песни и танца «Личанка» Дворца культуры города Лиды. Когда приходит праздник дом и собираются друзья, мы вместе сядем за столом, у нас без этого нельзя. И всем по чарочке нальем, и станет жизнь так хороша. А песню так мы и заведем, а песню так мы и заведем, что запоет у нас душа. Эх, спеть бы, да чтоб еще не раз плясать бы, так повелось у нас. А жизнь прожить, да чтоб не маяться, а полюбить, как не раскаяться. И спеть бы, да чтоб еще не раз плясать бы, так повелось у нас. А жизнь прожить, да чтоб не маяться, а полюбить, как не раскаяться. Мы вспомним деда и отцов, что не вернулись из боев, и наших милых матерей, и дом, и первую любовь. И льется песня, как река, она легка и глубока. Шумит веселье там и тут, шумит веселье там и тут, а ноги сами в пляс идут. Эх, спеть бы, да чтоб еще не раз плясать бы, так повелось у нас. А жизнь прожить, да чтоб не маяться, а полюбить, так не раскаяться. Эх, спеть бы, да чтоб еще не раз плясать бы, так повелось у нас. А жизнь прожить, да чтоб не маяться, а полюбить, так не раскаяться. Спеть бы, да чтоб еще.
друзья! С праздничным поздравлением к вам обращается член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь 6-го созыва, председатель Лидского районного совета депутатов Инесса Геннадьевна Белуш. Шановные сябры, в этой великой зале, такой великой громадой мы святкуем свято сельской господарки, перапрацоўшай промысловасці. У зале не только те, кто шчыруюць на ниве и на наших фермах, а те, кому так само клопот об земли и о перапрацоўцы того, что надае, вельми важны. Гэта и керівники в области у лице першага намесніка старшыні аблвыканкама Івана Алейзавича Жука. Гэта і старшыня нашага райвыканкома Сергій Васильевич з усімі членамі выканкама тут. І кіраўнікі сілавых структур, кіраўнікі прадпрыемстваў Лідскага района, ветэраны, усе зацікаўленыя. Чаму? Таму што той чалавек, которого мы сёння славім, у гонар каго праводзіцца гэта свята, у народзе называюць ласкава кармільцам. І гэта сапраўды так. Без прадукцыі, которую вы производзіце, действительно невозможна каждодневная жизнь, в принципе. Точно так же, как невозможна работа той перерабатывающей промышленности, которая представлена у вас. Спасибо вам за этот труд. Мы говорим о том, что эта отрасль очень важна в целом для экономики. И одним из первых эту тему понял наш глава государства Александр Григорьевич Лукашенко. Смотрите, одна программа за другой, которые направлены были на развитие сельского хозяйства и на создание той инфраструктуры на селе, которая, в общем-то, говорит, если в сравнении даже с городом, и школы, и садики, и другие объекты, они действительно сегодня достойно представлены там. То есть условия созданы. Удельный вес Беларуси в производстве мировом молока занимает 1% для страны, ну, по мировым меркам не самый большой, очень значимо. А то, что молочные продукции мы экспортируем, и в объеме экспорта всего мира мы занимаем 3%, говорит о том, что мы можем работать. Говорит о том, что вклад государства и ваш вклад важен, нужен. Но в то же время, когда мы подводим итоги сельскохозяйственного года, и вот сегодня вышел номер сельской газеты с турнирной таблицей по Гродненской области, приветственным словом губернатора нашего, конечно, хотелось бы, чтобы Лидский район занимал там немножко другое место, достойное место. И на это направлена работа и управление нашего сельского хозяйства. И каждое утро председатель начинается именно с вопросов работы сельского хозяйства. И самое главное, что, я думаю, есть уверенность в том, что должен произойти перелом. На чем он основывается? Но начнем с того, что вот этот посыл, который идет со сцены культуры, духовности, он должен вас настроить. Должен настроить как спортсменов, пересилить какие-то моменты и дать хороший результат. Мне очень приятно сегодня видеть в наших рядах наших святаров. Решу, что так само их уделу, духовному выхованию нашего громадства, так само повинен сыграть свою роль. Поэтому все это дает нам спадзяванне, что наступный сельскогосподарчий год будет больше поспеховым. Я зычу вам усім моцного здоровья, добробыту. Хай в ваших семьях будет все добре, але разумеете, что то, что отримовывается и происходит с нами, оно многим залежит особисто от нас. Поэтому как спортсменам хочу пожелать поспеху на новой дистанции. Со святом вас! Инесса Геннадьевна, благодарим вас за поздравления. Просим вручить награды. Почетной грамотой Лидского районного совета депутатов награждаются Акриш Андрей Сергеевич, водитель коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Бердовка Агро». Ахралович Анна Аркадьевна, мастер смены хлебного цеха, филиала «Лидский хлебозавод» Открытого акционерного общества «Гродно-Хлебпром». Буща Николай Иванович, водитель коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Ходоровцы Агро».
Вересовой Василий Петрович, тракторист-машинист филиала «Детва» открытого акционерного общества «Лида Хлебопродукт». Вичканов Сергей Александрович, наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики открытого акционерного общества «Лидское пиво». Драгун Геннадий Станиславович, тракторист, машинист коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Йотки Агро». Зыкова Лилия Юзефовна, оператор машинного доения коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Песковцы». Ковза Геннадий Марьянович, тракторист, машинист открытого акционерного общества «Лида Агротехсервис». Марчук Виктор Янович, тракторист, машинист коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Ходоровцы Агро». Писарь Галина Викторовна, машинист моечных машин консервного цеха открытого акционерного общества «Лидский молочно-консервный комбинат». Ровба Елена Владимировна, бригадир фермы коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Песковцы». Рудевич Роман Юзефович, тракторист-машинист коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Белица Агро». Савкевич Ирина Михайловна, животновод коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Ваверка Агро». Томашевич Генрих Антонович, мастер элеватора открытого акционерного общества «Лида Хлебопродукт». Инесса Геннадьевна, предлагаем вам присоединиться к награжденным для совместного фото. Инесса Геннадьевна, мы продолжаем церемонию награждения. Благодарственным письмом председателя Лидского районного совета депутатов награждается Антонович Юрий Викторович, тракторист-машинист Лидского районного сельскохозяйственного унитарного предприятия «Можейково». Бальцевич Виталий Мячеславович, тракторист-машинист коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Бердовка Агро». Галко Кристина Казимировна, машинист расфасовочно-упаковочных машин третьего разряда участка «Геркулес» открытого акционерного общества «Лидские пищевые концентраты». Гапанюк Анатолий Фомич, животновод районного сельскохозяйственного унитарного предприятия «Совхоз Лидский». Гераничев Сергей Николаевич, тракторист-машинист коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Ваверка Агро». Дереглазов Сергей Алексеевич, токарь открытого акционерного общества «Минойтовский ремонтный завод». Каменский Антон Владимирович, водитель Лидского районного сельскохозяйственного унитарного предприятия «Можейково».
Каспирович Оксана Алексеевна, животновод коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Ходоровцы Агро». Кравель Евгений Зинонович, водитель филиала «Детва» открытого акционерного общества «Лида Хлебопродукт». Кудла Максим Александрович, наладчик оборудования производства пищевой продукции открытого акционерного общества «Лидское пиво». Лазовский Алексей Алексеевич, слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования открытого акционерного общества «Лида Агротехсервис». Лисовская Ольга Антоновна, бригадир фермы коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Йотки Агро». Мушинская Валентина Францевна, оператор машинного доения районного сельскохозяйственного унитарного предприятия «Совхоз Лицкий». Павлюкевич Валентина Федоровна, мастер цеха продсмесей, цеха по выработке комбикормовой продукции открытого акционерного общества «Лида Хлебопродукт». Павлюковский Владимир Иванович, тракторист-машинист коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Ходоровцы Агро». Поличейко Анатолий Иванович, водитель открытого акционерного общества «Биоваст Лида». Рудяк Александр Семенович, мастер цеха сухих молочных продуктов открытого акционерного общества «Лидский молочно-консервный комбинат». Тешкель Ольга Станиславовна, кондитер 4-го разряда кондитерского цеха филиала «Лидский хлебозавод» открытого акционерного общества «Гродно Хлебпром». Урбанович Антон Ришардович, водитель коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Песковцы». Спасибо, Инесса Геннадьевна, и, конечно же, традиционное совместное фото. Дорогие друзья, примите музыкальный подарок. На сцене солисты народной эстрадной студии «Лида Мюзикл» Дворца культуры города Лиды. Если завтра будет солнце, значит, завтра будет поздно. Для сомнений и печали мы друг другу обещали. Если завтра будет солнце, если завтра будет солнце, значит, завтра мир проснется и закрутится по новой наша вечная ластовь. Если завтра будет солнце, не все так непросто, много грусти и злости, но так хочется плыть по волнам, ни о чем не волнуясь больше. Пусть идут все печали, будет все как желали. Улыбнитесь в ответ небесам, доверяя мечтам. Если завтра будет солнце, значит, завтра будет поздно. Для сомнений и печали мы друг другу обещали. Если завтра будет солнце,
завтра будет солнце, значит завтра мир проснется и закрутится по новой наша вечная ластория. Если завтра будет солнце, пусть любви будет море и неведомо горе. Мы желаем вам просто любить, ни о чем не жалея больше. Пусть идут и печали, будет все, как желали. Улыбнитесь в ответ небесам, доверяя мечтам. Если завтра будет солнце, значит завтра будет поздно. Без сомнений и печали мы друг другу обещали. Если завтра будет солнце, если завтра будет солнце, значит завтра мир проснется и закрутится по новой наша вечная ластория. Если завтра будет солнце. Если завтра будет солнце, значит завтра будет поздно. Для сомнений и печали мы друг другу обещали. Если завтра будет солнце, если завтра будет солнце, значит завтра мир проснется и закрутится по новой наша личная ластория. Если завтра будет солнце, если завтра будет солнце, завтра будет солнце, значит завтра будет поздно, завтра будет поздно. Для сомнений и печали мы друг другу обещали. Если завтра будет солнце, если завтра будет солнце, значит завтра мир проснется и закрутится по новой наша вечная ластория. Если завтра будет солнце, если завтра будет солнце, если завтра будет солнце. Молодое поколение Личины – это достойные преемники профессиональных традиций старших поколений, которые в общем трудовом строю уверенно шагают в завтрашний день. Слово для праздничного поздравления предоставляется первому секретарю Лидской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Ольге Анатольевне Каспорской. Поважанные працаўнікі агропромыслового комплексу Личины, настал долгочаканный день подведения выников годовой нелегкой працы на земле. Наши продки называли гэты день дажынкамі. И не здарма. Таким чином яны привили любовь и пашану многих поколений белорусов до самой важной справы – земляробства. Бо хлеб – усяму голова. Будзе хлеб – будзе и да хлеба. Богаты стол у доме кожной белорусской сям'і – гэта ваша заслуга. Менавіта тому вашу працу так поважаюць у народе. Особливые слова поваги сегодня ветеранам сельскохозяйственной промысловости, которые своей добросумленной працей заклали славные традиции, которые сегодня переймает молодое поколение. С гонором можно отзначить, что с каждым годом у Лидском районе растет колькость молодевых экипажей. Сёлета мы назирали за деятельностью 7 молодевых экипажей и 11 молодых водителей, которые своей працей унесли значный уклад в экономичное развитие Лидского региона. Были сярод их и те, чьи показчики перевалили отзнаку у 1000 тонн намолоченного и перевезенного зерня. Лидский районный комитет Белорусского республиканского союза молоди віншує каждого из вас с профессийным святом и жадаем, каб на каждом столе заусёды был духмяный каравай, каб ваша праца приносила вам задовольнение и радость, каб рос добробыт у каждой семьи,
Щастя вам, здоров'я усім і довголіття. І по традиції будемо знагороджувати лепших. Награждаемых просим оставаться на сцене для совместного фото. Грамота Лидского районного комитета общественного объединения, Белорусский республиканский союз молодежи и ценными подарками награждаются. Воробей Денис Михайлович, каменщик открытого акционерного общества «Лида Пищеконцентраты». Горлукович Эдвард Янович, водитель районного сельскохозяйственного унитарного предприятия «Совхоз Лидский». Глушкевич Евгений Владиславович, водитель коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Бердовка Агро». Драгун Олег Олегович, водитель открытого акционерного общества «Лидские пищеконцентраты». Кравель Евгений Зинонович, водитель филиала «Д2» открытого акционерного общества «Лида Хлебопродукт». Спасибо, Ольга Анатольевна. Предлагаем присоединиться к награжденным для фото. Дорогие друзья, многочисленная семья работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса Лидщины – это более 5000 человек. Защита прав и интересов которых – создание достойных условий труда и решение многих других социальных вопросов – главная задача профсоюзной организации. Мы приглашаем на сцену председателя Лидской районной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Александра Ивановича Марсова. –